cómo tiene esta, primero que nada, que no es mala. Bueno, pero esta ley va a meter este igual y esto es sobre 5. Pero el tipo al toque me metió. No, ya, tú te has como... Porque ahora cuando me coma, todo está ahí. No, son de 4, me quedas parecido. Está bien, está bien. Porque yo, bueno, dice esto también. No, ya no. Yo presentarlo porque ya me da miedo. Mira, esto le cae todo. Эльдар, это герфренд, да? Как это? Кстати, как? Вообще, я тут, я не знаю, держали с черными? Нет, вообще, я все такие. Вся идея как раз была в том, чтобы вот конёк с Б3 именно направлять, а чтобы словно Е7 стоял, так сказать. Может быть, делать слишком много вопросов. Sí, bueno, y dice es como... Sí, que se va a ser. Правда, кстати, я на секунду ничего не вижу. Aquí pensé, что так и... Ну, да, я не знаю, что это не вижу. Он же 5 и есть. Ну, тогда F4 как раз... А для C6? А, нет, я гражу, наверное, конь B3 пойти 3 раза. Я сейчас... Да, но тут как бы вопрос в том, что на конь, допустим, так, да? Есть какая-то, может быть, такая игра, в общем, с чем именно? То есть, если ладьё съели, то чёрные тоже бьют, ладья C8 играют. Да, но то, правда, я так не вижу, чёрные играют. Ну, наверное, даже. А если я... А, у нас ладья. Я думал, как раз ладья F2 все так прочитали до конца. Но там все равно плохо. Нет, а я причем просто очень долго времени я не могла оценить этот джейш, потому что ладно, что там ничего как-нибудь сделаю. Понятно, что там ничего как-то я считала, что ну, да, как-то то встаю. Есть, нужен как-то какой-то такой ход делать. Ладья D6, я тут видела ход ладья B2. Я помню, я не хотела на один вид. Ну, да, получается, три, против одной. Тут Сорокин вообще изучаешь, совершенно непонятно, что. Потом лучше дела делать вам. Сейчас, секунду. Я подойду к вам, я знаю, где дела делаются. Это? А Е теряется или не очень? Так, ну Е теряется, на ходе Б6, как-то. Три против одной, как-то.
она так и не приходит. Да, приходится. Я думал, что D4, D5. D4, D5. Это E5, E3, E4. Надо по ходам получить D4. А, ладья C6, мы с конца 5, E5. Получилось, что просто пешку отдала. Ну да, позиция жутковатая, но можно удержать. Да, я решила, что ну ладно, ну и пешек. Ну, а потом я решила, что ладья 6, ладья 7. Да. А сейчас действительно удержатся черные довольно легко. Да. Если я не успею пешку дырить. Ну, а счет ты должен успеть провести? Нет, похоже, удерживаю. Да, Сорокин, все, хватит уже, хватит. Да, так все, совершенно лишнее. Да, вот я так посмотрела, думаю, ну, все, короче, приходи туда, где я. Одну минуту, да. И ладья один, Ну, что ж такое-то уже, все. Да, надо было как-то пытаться ее дать. А, там вот противник меня интересовал. Правда, мне не получается, мне интересно было. Сейчас. Значит, где еще нашелся ровно тут? Ну да, я очень просто. Уже нечего было делать, сижу, считаю, мне нравится. Сразу проиграл. Да, удивительным образом. Ну, я выбирал, то есть, такие, то есть, я все равно, да, я перебор, да, я, да, мне казалось, что я первым выиграл, третий, но бегом, и его, надо, наверное, просто не в той редакции. Нет, может быть, я так хотел. Это да, ну, раз это нравится. Ну да, рожиком. Нет, ну шахи хотелось дать. Ну, не хотелось же. Это считалось на нахрен. Да. То есть там какие-то маты начинаются. Ну, вот его. Так, так. Тут еще попадаешь. Какие вот просто на 8. Ну, что же, выбирать из жизни. То есть я уже забыл, кстати, давайте Я-то смотрел, как бы примерно такая идея была, что если черного через ладья c6 будут забирать, то я тогда пойду e3, а нет, наверное, все-таки конь e4 я смотрел. А тут h6, да? Я-то изучал ладья c6 ход. Ну, сегодня отвести слона и так забрал. Там, я думаю, e3 и как-то слон не туда не будет. Здесь, может быть, нет. А, тут у меня есть такой. Где шарик? Красивый же граждан. C4. Так, я не надо идти. И ладейник Е3, H5, ЕДЖ, короче, я не могла оценить. Но в итоге я решила, что он выигран, потому что Е3, значит, так, 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 и тут главное не бить, а просто пойти так. Я решила, что просто король проскакивает. Ну да, я видел, что он. Да, потому что король 6, я могу. Тогда я уже без той пешки. Окей. Не удержусь, это мне надо бить, наверное. Ну какой-то совсем не понятно. Тогда на Е5. А, вот так, да? Да, я решила, что если он туда пройдет, то может быть. Вопрос только в том, пройдет. Я считала. Кстати, а как вы сыграли-то вообще? Я сыграл, я не знаю. Как? Я выиграл. Уже самому интересно, что такие варианты все какие-то.
происходит тяжело. Что? Да, как ты? Нет. На 7 вроде хочется съесть. Может быть, все-таки надо было так пока понять. Короля, ты все равно пройдешь? Да, то есть надо, наверное, вставать сюда, тогда я уже со всеми. Тут уже никак, даже контрграмма. Ну, кстати, я не сомневался еще, я бы считал. Так. Да, потому что тут, по-моему, еще другие ходы принимают. Наверное, можно что-нибудь. Вот я тут еще стою. Хотя, может, Е3, но не с другой стороны. Так, может. А, я думала, что тоже. Проблема в том, что когда вот эту пешку съедаете, там все в пассиве становится на пару ходов, которые не думают. Не, ну да, надо было стараться. Не, ну ладья-1, да. Просто закинула. Я так увлеченно считала этот, знаешь, пилип без качества. И вот вроде я там держусь, и так я ну да, ну да, вроде держусь, и все хорошо. Кажется, 3 смотрю, ладья-1, да, интересно. Да, после ЦДВ я по-прежнему могу, но уже. Да-да-да, я думаю, ну может все-таки. Там борьба, да, это повторяю неделю. Что объективно, что стон очень хороший. Ну как-то я буду чуть-чуть двигать, и в 4 можно. Выиграть там так просто подобрать. Наверное, что-то там поменять придется, не знаю, лазить. На 6 будет висеть, так будет на 6. Я не ожидала, что какие проблемы. Мне казалось, что все уже почти раз. Ну, там как-то, может, компьютер покажет, может, то, что... Вот я бы один играл, если нам надо все-таки ходить, выбирать, выбирать. Я уверена, что или солнце 3, или солнце 4, все так уже начала считать. Ya, ¿será que yo me comiera eso? O que hiciera casi, y el caballo un poco. Pero ahora la diferencia es que ahora el agua casi, ya es un caballo un poco. Y ahora está perdido. Bueno, está perdido.